В городе Душанбе в честь Дня государственного флага Республики Таджикистан состоялись торжественные мероприятия и праздничное шествие в честь Дня государственного флага. Мероприятие было организовано по инициативе исполнительного органа государственной власти города Душанбе, в котором приняли участие представители правительства и исполнительного аппарата президента Республики Таджикистан, руководители министерств и ведомств, высших учебных заведений страны, спортсмены, победители республиканских и международных соревнований, получатели президентской стипендии, жители и гости столицы. На мероприятии было отмечено, что празднование Дня государственного флага, которое ежегодно отмечается 24 ноября по непосредственной инициативе основателя мира и национального единства, лидера нации, президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмона, считается уникальным и ценным для жителей страны. Каждый год жители города Душанбе встречают этот радостный день новыми свершениями и очередными достижениями. Помощник президента Республики Таджикистан по вопросам социального развития и связи с общественностью Эмомали Насреддинзода сообщил, что День государственного флага Республики Таджикистан официально отмечается с 2009 года, согласно указу президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмона. Флаг является одним из столпов и символов государственности, наряду с другими национальными святынями, конституцией, государственным гербом и государственным гимном, что свидетельствует о достоянии нации и единого государства. Созидательные инициативы председателя города Душанбе, уважаемого Рустама Эмомали, усилия жителей столицы способствовали развитию города в рамках конструктивной политики лидера нации.